говорят, что посадские машины за тобой. Уехал? А кто был? Француз, я так понимаю. А, француз, чисто был. Как вот боролся? Он возложил, вот как раз вот корзину, и уехал. А. Вот, прости, говорят, что кто-то был, но один и уехал. Посол? Да. Бахрейн. Бахрейн? Я ходил в машину смотреть. Да, и честно. Да, и Лешин. Если, блин, Трейси приехал, тогда другой. Вот он только сейчас идет. Тогда, когда я тебе буду нужен, ты звезд. Я тебе свистну, да. До этого времени в себе. Потом я туда кто-то гуляю. Хорошо.
снимается, а ты пока снимаешь. Он вернется в офис, заберется в сути за дверь. Когда узнавали, мы просто плавали, потому что ничего плавали нет. Потому что если они хотят, чтобы это стояло как ремонт, то я думаю, что моего никто не будет платить. То есть вот если ты до 8, то еще 4 часа работать. Какая-то трейка не сложно. Я не знаю, мне сказали, что я тут стою, вот я сейчас стою, я стою до 8, потом приезжаешь ты. Что ты делаешь дальше, я не знаю. Да, уточни и от этого пришли, потому что если тебе тут стоять, тебе не помочь, то да, тебе надо сейчас ехать снимать, потом вернуться в офис, забрать подписку. Не надо полночи стоять, мне не надо. Снимешь и звони, я тебе скажу, насколько мне. Да я не знаю. Сколько стоит? Нет, но у меня нет, у меня есть еще один на всякий случай, там даже на столе валяется или под окном. Ну да,
я просто, просто пролечаю ситуацию. А, то есть смотри, мы тут стоим часов до 8-9, потом Карелин, ну что дальше делать? Я просто говорю, батарейки еще. Ночь? Ночь? А, понятно. И все, и потом... Насчет родственников. Я вчера вот ловил этого парня, помнишь, не видел его, который, да, за подругой приехал. Я у него взял телефон. Да, я могу кинуть, и да, он может дать телефон подружку, если можно. Я хотел сразу взять, но он сказал, что это все. Просто да, у нас батарейки как-то ловит и все. А вот на моем. А, но Володька, скорее всего, не стоит зарядиться. Камерам все краснее. У меня минус одна батарейка, осталось две свежие. И одна какая-то не свежая, но не свежая, сейчас хватает минус два. Вот, то есть батареек не хватит, по моим подсчетам, часа на 4. Ну, у Карелина еще 3 должны быть свежих. Вот. И я надеюсь, он все не будет. Yeah.
здесь где-то? Звонил и был не здесь. Но это было часа два. Может, раньше приходил. Ну, скорее всего, нет. Он меня спрашивал про возложение цветов, если он был здесь, я начинал уехать. Ну, скорее всего, он был где-то в дом.
здесь бы
Давайте. А кто? Микрофона нет, да.
Thank you.
Thank you.
три вагона. И вот тогда я как будто узнал, что такое, кстати. Пол города. Thank you.
Я понимаю, что они, наверное, занимаются там какой-то частью. Да. Да. Я раньше таких автомобилей не видел. Потом с рекордом уедут? Наверное. Her geçen dakika artıyor. CNN Türk Moskova temsilcisi
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Вот точно та же самая. А у вас что, творится? Ее не меняется. Ничего не меняется. Ничего. Тебе нравится? Даже не знаю, съезжает. Давай. Хорошего тебе вечера, насколько я надеюсь, что все. Да, он вдруг тоже работал. Работал, и часа через полтора. Да, и черт, Саша, где у нас? Я не видел, я туда пошел, картинку я его не нашел. Все. Остался я один, батарейка садится. Ладно, не буду скрывать, что я очень рад, что я не печатаю тут тебя. Давай, береги себя. Здорово, привет. Обязательно. Thank you.
я думал, что он спал здесь, если не дали. Вертушек пошли, когда получалось так, что мало не берут.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Да.
这个俄罗斯的这个什么，俄罗斯的这个蜂蜜。